Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы побываем с вами на празднике тефтелей. Сакре делле Польпетте. Там будет есть очень много мяса и всякой вкуснятины. Скоро увидимся, уже на празднике. 15 августа в Италии большой праздник, середины августа. И все итальянцы стараются подгадать под это время себе отпуска. Половина магазинов, даже не половина, а большинство закрыто, никто не работает, и везде проходят разные празднования. Я нахожусь в Санта-Мария-де-Кастелло, где находится праздник сосисок по-нашему. И панини. Все кушают панини, жрут со всех сторон и радуются жизни. А я радуюсь вместе с ними, хочу, чтобы вы увидели вот этот праздник. Какое здесь творится сумасшествие. Это моя подружка, когда я была, только поженилась, она была маленькой девочкой. А сейчас она выросла, вот я уже несет панини своим родственникам. А что вы помните? Итак, я вам говорила о том, что это праздник бутербродов. При том, что итальянцы очень любят кушать, они еще после сытного ужина могут прекрасно прийти и полопать еще вкусные свои бутербродики на вот таком празднике. Давайте посмотрим, что же тут продается. В основном тут едят вот очень вредные продукты. Кока-кола, разные там сосиски, все жареные. Я сейчас вам сняла меню, сейчас попробую подобраться к тому месту, где все готовят и продают. Здесь бешеная очередь. Такое впечатление складывается, что народ никогда вообще не ел. А многие только что вообще вышли из-за стола. Ну, Италия, конечно, была бы не Италией, если бы она не танцевала, потому что музыка и еда – это просто две неразделимые части, которые характеризуют Италию. Вот так весело на нашем празднике здесь, в Санта-Мария-де-Кастелло, народ кушает, пьет. Ну, спиртного, кстати, ничего здесь нету, но, ну, пиво только есть, да. И танцует. Так что вот так весело люди празднуют, поэтому у них, в общем-то, ничего в жир особо не откладывается, потому что сразу же все сгорает, не долетая до живота. Мне очень нравится именно Южная Италия, потому что я считаю, что по сравнению с Севером, здесь народ намного более такой открытый, темпераментный и дружелюбный. Но, конечно, в Италии Южной есть свои минусы, о них я расскажу обязательно отдельно. Это мои родственники, которые живут на Севере. Они приехали на несколько дней сюда. Наконец-то очередь рассосалась, я могу снять теперь вот поближе к тем местам, где выдают пищу. Здесь готовят очень вкусно, но это в основном все-таки фастфуд. Доминик! Thank you.
сейчас уже 12 ночи, но, как вы видите, народ до сих пор еще не расходится. Праздник продолжается, люди кушают, слушают музыку. Уже сейчас вообще никто не танцует. Ну вот и закончился этот прекрасный вечер. Надеюсь, вам было интересно наблюдать за нами. Всем спасибо за внимание, а мы с моим мужем возвращаемся домой. Всем пока! Чао-чао!